Всемку. Ну что, ребят, в прошлой серии мы закончили прошлую серию. Так что, в принципе, как говорится, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, я пошел. Так. Давайте, как говорится, немножко посерьезнее. Что нам нужно сделать? Нам нужно сейчас будет заправить... Ага, не тут взял. Нужно будет сейчас заправить с вами генератор. Потому что я не знаю почему, но он быстро у меня... Заканчивается топливо на нем. И пойти... Пойти что-то найти. Не помню, что нам нужно найти, но, по-моему, какую-то комнату. Вот эту вот отмеченную. Плюс еще вот здесь есть. Так что давайте не будем терять время. Так, открыть. Идемте смотреть, что нам нужно. Нам нужна солдатская казарма. Хорошо. Солдатская казарма у нас находится с вами вот туточки. По-моему, в прошлой серии мы здесь с вами взорвали баллон, да. Так, что у нас тут? Стратегические хранилища. Блин, нам бы туда попасть. Только как это сделать? Как нам попасть в это хранилище? Так, ну, газовый баллон нам тут не нужен. Угу, тут тоже все закрыто. Хорошо, хорошо. Так, что мы сможем с вами сделать? Давайте смотреть. Так, что эта штука? Ага. А этого я не видел. Этого я не видел. Да типа можем сюда, да, с вами забраться? Так, тихо, бабайка, тихо. Не-не-не-не, никаких фара. Начинаешь. Так, буквально одну секундочку, кое-что проверю, кое-что сделаю сейчас. У нас может игра подзависнуть и пропасть звук. Все. Я тут. Так, давайте пройдем, посмотрим. Ага, это сигнализация, правильно понимаю? Или что это? Крыски отдыхают. Так, ну здесь... Взаимодействовать здесь нельзя никаким образом. Так, у нас тут что-то есть. Так, где у нас эрочка? Вот у нас эрочка. Давайте достанем пехоль. Тихо. Все хорошо. Так, мы встанем, да. А здесь у нас... Ага, не-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 не. Нам нужен свет. Так, мы с вами проникли... С вами проникли в хранилище, правильно я понимаю? Давайте, наверное, откроем дверку сразу. Мало ли убегать придется. И давайте смотреть. Так, это использовать нельзя. Ведерко. Ведерко тоже нельзя. Я не знаю, что мы тут ищем. Если бы я знал, что это такое, так я не знаю, что это такое. Блин, тут пароль, да, по-моему, нужно будет ввести. Так, а ну вспомнить бы, где тут код. 2807, это оно? Оно. Так, 28, 0 и семерочку мне сюда. Бум. Не оно, да? Окей. Хорошо. А ты? Может, ты у нас 2807? Да? Не? Почему? Что не так? Так. Фотография. Хорошо, здесь все закрыто. Ага, мне нужно будет вот эту вот штуку, чтобы открыть, да? Взять. Понял. Блин, сколько здесь всего интересного. Бонжур. Спишь? Спит, да. Какая-то фамилия была. Жан-Пель. Делиль. А где Делиль? Где Делиль? Угу. Записка. Ладно, давайте. Не знаю, сколько сейчас времени, но сумерки уже опустились. Понятно, ничего интересного тут нету. Блин, это мне придется...
Аптешку, дай мне аптешку. То есть мне придется сейчас найти пароль к этому всему, правильно я понимаю? Так, это гранатка, это... Это понятно, это ничего. Так, а ну закройся. Делиль. А тут Делиля нету, да? Леван. А, вот Делиль. 28, какой там... Какой там код 2807? Так, а ну-ка, дай-ка ты сюда. Давай посмотрим. Помните, у нас поломался был этот, как его, рычаг? 0 и 7. Во. Вот это хорошо. Вот это я понимаю. Вот это мы нашли с вами что-то. Отлично. Но здесь мы больше не сможем открыть, потому что у меня нету больше паролей. Правильно? Правильно, нужно искать. А где его найти, я в душе не... Как говорится... О, тихо. Что там мы с вами взяли? Так, мистер Бабайка, уйди. Так, это гранатка. Вот гранатка, нормальная. Так, давайте, наверное, дымовую гранатку мы... Гранатка с газом, сигнальная шашка. Сигнальную шашку мы с вами выкинем. Все. А нормальную гранатку мы с вами возьмем. Исходим, наверное, в одно место. Я сейчас вам покажу, в какое. Попробуем его открыть с помощью гранатки. Так, сюда нужно вставить будет так газ. А ну, пожалуйста, не мешай. Сюда нужно будет вставить потом это колесико. Мы его вставим. Но давайте для начала мы сходим. Сходим, попробуем открыть одно место с помощью гранатки. Только вспомнить бы, где оно находится. По-моему, где-то здесь, если не ошибаюсь. Там еще типа... Тихо, что такое? Что случилось? Все же хорошо. Нормально же общались. Так, это оно? Вот оно. Давайте попробуем сюда кинуть гранатку, вот сюда, и попробовать снять вот эту вот решетку. Не знаю, получится, не получится, но давайте все-таки попробуем. Все, до побачення. Йоу, моя. Ты чего? Ты кто? Кидай гранату, пожалуйста. Кидай гранату. Нет. Твою ж. А почему на него свет не сработал? Ну, ладно, теперь мы знаем, как... Теперь мы знаем, как выглядит монстр. И свет на него не работает. Понял? Понял, это была плохая идея бросать гранату. Хорошо, умнички. Умничка, ворчу, умничка. А смысл мне тогда фонарик? Смысл я тогда поддерживаю, как говорится, электричество везде. Ладно, зато мы знаем теперь, куда идти. Теперь мы быстро с вами это сделаем. Сейчас заберем колесико. Сейчас заберем колесико. Так, где ты? Вот иди. И пойдем с вами, значит, туда. Ну все. Курица, ну и все. Ну и ладно. А меня не больно, курица довольна. Правильно? А так тебе и надо, курица помада. Все. Блин. Блин, надо было, наверное, не знаю, что надо было. Так, какой там 2801, по-моему. Или 07. Или 08. 07. Хорошо, погоди, я вижу где-то тряпочку. Или я не увидел. Или не увидел тряпочку. Или увидела.
Так, на записку это мы читать не будем. Эту записку уже читали. Там ничего интересного не было. Хорошо. По-моему, здесь где-то тут была еще вроде бы гранатка или что-то вроде этого. Ага, вот гранатка. А это у нас бинтик. Что мы выкинем? Что у нас лишнее? Я предлагаю выкинуть, смотрите, сделать вот так, тряпочку выкинуть. Выкинуть, я сказал. И, а, мясо выкинул, все, кусок мяса выкинул, оно нам не надо. Я так понимаю, в монстра, в принципе, можно и не стрелять, да? Ну, то есть это никакой смысловой нагрузки не будет. Он даже и не почувствует. Так, газ, давайте куда-то вот сюда. Давайте газ куда-то вот сюда. А мы сюда должны вставить с вами будем. Вот, давай. Использовать. Все, хорошо. Берем в руки этот и берем в руки пистолет. И начинаем крутить. Все? Да. Но если сейчас бабайка на нас побежит, мы взорвем газ, и он сюда не пройдет. Отлично, 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 отлично. Что-то мы с вами все-таки сделали. Тихо. Что за подвисание? Сейчас, секунду, я проверю. Да не, вроде. Вроде должно быть нормальным. Должно быть нормальным. Так. Вот единственное, что меня здесь в этой игре напрягает, то что я не могу нажать Escape и сохраниться. Мне приходится это делать через лампочку. Так. Ага, закрыто, да? Но тебя-то мы можем... Тихо, 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 тихо. Открой, пожалуйста, открой, открой. На деревянную дверь я точно знаю, что я могу гранаты взрывать. И нужно ли нам это делать? Или туда и можно как-то пройти по-другому? Так, вот это вот там что? Блин, ладно, давайте попробуем пройти дальше, посмотреть. Давайте попробуем дальше пройти, посмотреть. Ага, тут тряпочка, тряпочка нам не надо. Тряпочка нам не надо, а вот ты... Вот что-то мы взяли. Это что? Палка, кусок дерева. Чтобы, типа... факел. Да ты шо ля. О, патрошек. Патрошек это хорошо. И бутылочка... Бутылочку, походу, мы сможем с вами объединить и сделать себе коктейль Молотова, правильно? Да. Вообще все шикарно. Ладно, давайте возьмем тряпочку. Давайте возьмем тряпочку и попробуем. Ага, тут можно закрыть. Тут у нас колючки. А тут закрыто, да? Угу. Спасибо, что перевели. Месье мадам, дон де стали библиотеке. Тихо, не ори, пожалуйста. Не ори, пожалуйста. Здесь бабайка находится. Слышь, а подай, пожалуйста, кусачки. Кусачки подай. Алло. Я говорю, помолчи, пожалуйста, кусачки лучше дай. Блин, может застрелить его? Да тихо! Так, но единственный вариант, что сделать, это взять вот эту вот бочку, как по мне, и пододвинуть вот сюда, да? И стрельнуть. Правильно я понимаю? Либо я неправильно понимаю.
Так, у нас с вами 3 патрошка всего, хорошо. Да помолчи ты! Ой-ё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 . Закрой, закрой, закрой! Ну я же закрывал, ну пожалуйста, ну не надо. Ну твои уж. А я, по-моему, даже дверку не открыл, да, когда взорвал? Ой, бред. Понимаете, нету сохранения, нам придется постоянно вот это вот делать, туда-сюда бегать. Нам придется постоянно бегать туда-сюда. Дебильная игра. Ну вот, я нажимаю Escape, и здесь последнее сохранение, настройки, выйти, выйти на рабочий. Все. Сохраняться здесь нельзя. Ну, мы хотя бы примерно уже плюс-минус понимаем, куда нам нужно идти. Взрывать здесь ничего нельзя. А если ты взрываешь, то нужно как-то это все... Как-то это все обдумывать. Возможно, у меня появился план. Его мы сейчас попробуем реализовать. Но не знаю, получится либо нет. Так, 28 0 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
Нам мясо не надо. Все, забрали эту штуку. Забрали записку. Забрали гранату. Кто ты? А ты тоже, да, не можешь взять все? Хорошо. Блин, две аптечки. Знаете, предлагаю, как сделать? Я предлагаю сначала открыть. Открыть, взять в руки вот эту вот. Дай пройти, пожалуйста. Взять в руки вот эту вот штуку. Потом пойти забрать гранатку. Сохраниться. Сохраниться. Так, дай гранатку. И использовать одну канистру топлива. Использовать одну канистру топлива. Использовать для... Так, пусто, хорошо. Использовать для генератора. Давайте, побежали. Блин, ну это реальный бред, я не знаю. Могли бы сделать бы хоть какое-то сохранение. Ну, то есть... Смысл делать вот такого вот монстра, смысл делать вот такого монстра, если ты... Если ты как бы не можешь ему ничего сделать. Типа, чтобы что... Так, возьми в руки оружие. Возьми в руки оружие и пошли. Где эта штука? Не-не-не-не-не. Где эта штука? Давайте здесь откроем. Давайте здесь откроем. Все, хорошо. Здесь мы откроем. Идем, сохраняемся. Идем, сохраняемся. Так. Включить, выключить все. Прогресс сохранен. Хорошо. И бегим теперь туда и попробуем сделать одну штуку. Сейчас попробую закрыть дверку. Взять в руки... Так, а мы тут были? Интересно, мы тут были? Бонжур. Месье Бабайка. Ага. Пролагало, значит, куда-то мы все-таки правильно идем. Так, а здесь мы, походу, не были. Так, что это у нас тут? Топливо, тряпочка. Хорошо. Закрыто. А что у нас тут? У нас тут карта. Блин, ну эту дверь я-то могу взорвать. Эту дверь я могу взорвать, но только смысл-ка... Ой, в этом. Так, что это у нас? Внимание! Электроснабжение в этой части объекта существует через последовательное соединение. Угу.
Окей, окей. Так, нам нужно сюда, да, попасть? Блин, все закрыто. Так. Тихо, все, 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 все. Не-не-не, все, до побачення, все, все, я понял, я ухожу. Ну не, ну не трогай меня, ну пожалуйста. Пожалуйста. Да все, я ж ничего. Твой домик, твой. Твой домик, я сказал. Блин, он за нами идет. Да, пролагало, значит, он за нами идет. Так, нужно будет туда тоже вернуться. Так, куда тут идти? По-моему, куда-то сюда. Везде закрыто, падла, бесишь меня. Так, знаете, что я предлагаю сделать? Смотрите. Так, а ты где? Ты туда ходишь? Йоу, ё-моё, ё-моё. Оно не закрывается. Оно не закрывается, оно не сделается то, что я хотел. Оно не сделается то, что я хотел. Угу. Я даже не знаю, что тут. Я даже не знаю, что тут и делать. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихонечко. Да тихо, я тебе сказал. Так, ну это, это дымовая граната с газом. И она должна его... И она должна будет его отвлечь. Правильно? Все, да. Так, что мы сделали? Мы что-то нашли вам. Записки, фотографии. Ага. Нам нужен ломик, да? Я так понимаю. Нам нужен ломик, чтобы мы могли зайти. Помните, где мы не могли открывать себе эти, как его? Не ломик, а вот эта вот штука мне нужна. Где мы не смогли открыть, где, где был вход в винный погреб. Как... Как мне сделать так, чтобы он успокоился? Мне нема ничего дым, с дымом такого. У нас с дымом ничего нету такого. Так, а эта штука... Эта штука не закрывается, блин. И тут, и шо? Просто если я сейчас совершу какую-то ошибку, а я по-любому ее совершу, он же сейчас на меня нападет. Он же по-любому на меня нападет. Так. Дай палочку. Дай палочку, дай тряпочку. Так, а что мне нужно? Мне нужно сделать... Вот так. Все, хорошо. Тряпочку брать не будем. У нас, в принципе, и так все есть. Так, ну значит на кнопку 3, да? Здесь у нас, значит, на кнопку 1. Все. И на кнопочку 2 мы что-то с вами потом выберем. Честно, я... Ага, газ есть. Хорошо, у нас есть газ. Единственный, как вариант, взять баллон с газом. Взять баллон с газом и отравить его газом. Как вам идейка? И отравить его газом. Мужик, ты мне вообще не помогаешь. Ты можешь помолчать?
Так, ага. Так, а теперь знаете, что мы делаем? Мы, наверное, можем сюда гранатку кинуть. Я не знаю просто, что делать. Я как бы выбираю все варианты. Возможные. Поможет, либо не поможет. Так, ну по идее газ сработал, правильно? По идее газ сработал. Тихо. Все, 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 это конечно, да? Убери фонарик, пожалуйста. Так, все, чик-чирик, мы в домике. Помолчи, пожалуйста, Беттер. Достал. Реально достал. Как открыть? Ага, стой, пожи, ребята, может оно открывается у нас с этим, с помощью электричества? Вы не думали об этом? Я тоже об этом не думал. Так, все, 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 все. Так что давайте как вариант попробуем. Так, как вариант попробуем. Только что мы... Что мы с вами попробуем? Я даже... Даже без понятия, если все закрыто. Блин, бесишь меня. Ну, только взрывать. А что взрывать? Чем взрывать? Говорит, зачем его взрывать, если нету чем взрывать, правильно? Чем его взрывать? Блин, по-любому... По-любому я что-то упускаю. По-любому я что-то упускаю. Только что именно я упускаю, я... Я без понятия. Так, ну по идее, вон эта вот штука, вот эта вот, должна открывать дверки, правильно? А туда попасть мы сможем, наверное, только если мы взорвем вот эту дверку. Здесь у нас будет газ, а мы здесь эту дверку взорвем гранаткой. Но по-другому, ну никак. Так что знаете, что нужно делать? Нужно сейчас, наверное, откисать. Начинать заново, потому что я потратил все гранаты. Да, давайте сделаем вот так. Ну, просто я честно без понятия. Как Варик, потратим сейчас патрон на этот газовый баллон сюда. Ну. Ну. Алло. Бабайка. Давай, беги сюда. Давай, давай, беги сюда. Ой, ра. Все. До побачення. Да. Теперь, значит, попробуем сделать так, как я сказал. Не знаю, выйдет, не выйдет. Но двери должны ломаться при помощи гранатки. Честно, я без понятия. Я первый раз играю в эту игру. И что от меня хотят, я не совсем... Не совсем конкретно понимаю. Но в игре было написано, что типа, что бы вы там бы себе не думали. Блин, еще туда нужно бы сходить. Типа, в игре написано, что вы там себе не думали, не представляли. Возможно, оно так и есть. Так, подвисание. Хорошо, прогрузка. Самое интересное, что в ОБС-ке все нормально, это значит, походу, сама игра, ну, так его делает. Так, давайте опять баллон отнесем туда. У нас же гранатки с собой есть. Да, гранатки есть. Кинем туда одну гранатку. Кинем туда гранатку дымовую.
Попробуем взорвать вот эту вот дверку с помощью гранатки. Вот эту вот. Так, давай тогда мы с тобой... А хотя, может, гранатку тратить не будем? Может, месье мадам? Давайте бочку возьмем. Ты можешь помолчать, пожалуйста? Тут реально, ты вообще не помогаешь. Все, это мы сюда. Берем в руки дымовую гранату. Газовая гранатка. Бабайка, по идее, сюда не должен будет пройти. Все, бабайка, по идее, не должен будет сюда пройти. И где-то у нас еще был вроде... Вроде газовый баллон, да? Вроде был газовый баллон. Вот этот газовый баллон. Хорошо. Так, давай сюда. Давай сюда. Соединить. Хорошо. Блин, а где пустая бутылка была? Вы не помните? Где-то вроде у нас была еще пустая бутылка находилась. Где мы могли делать с вами коктейль Молотова. Так, на всякий пожарный мы газовый баллон в эту комнатку тоже отнесем. Все. Хорошо. Давайте теперь пробовать. Так, давайте теперь пробовать. Что у нас по поводу патрушка? Две штучки. Хорошо, если что, на этот баллон и на эту дверку. Ну поехали. Поехали. Все, поехали, поехали, поехали. Так, записка. Запомните, если понадобится снять решетку, возьмите специальный ключ у бригадира Стаффорда в ремонтном цеху. И пока вы там... Спросите у него, зачем они поставили эти проклятые специальные винты на всех решетках. Ага, нужно найти ремонтном цеху. А где ремонтный цех находится у нас? Где находится у нас ремонтный цех? Я без понятия. Так, где находится ремонтный цех? А патрушков у нас нету, да? Да, патрушков у нас нету. Хорошо, тогда берем в руки гранату. Берем в руки гранату. Ну, хоть каким-то образом. Тихо. Ну, это бред. Ну, это реально бред. Ну, это реально гребаный бред. Где, блин, я мне искать этот ремонтный цех? Не, это будет, как говорится, моя вторая и последняя серия этой игры. Это реально, потому что она меня бесит. Так, ремонтный цех. Арсенал, офицерская казарма, ремонтный цех. Ремонтный цех вон там находится, да? Так, тюрьма, узел связи, стратегическое хранилище, солдатская казарма. Значит, ремонтный цех должен быть... Ремонтный цех. Ремонтный цех это типа здесь или дальше? Или дальше. Так, здесь есть бочка со взрывчаткой. Хорошо. Нам нужно найти ключ, который нам с вами пригодится. Где мне его искать? Так, все, будем как Джон Уик отбиваться карандашом. Ага, у нас с вами нету, да? Нет возможности ничего сделать. Блин, я не знаю, надо мне ли это коктейль Молотова делать, либо не надо. Оно вообще бессмысленно. Но вы же сами видите. Кажется, вы же сами видите. Так, где находится ключ и как он выглядит? Я понял, что он где-то должен быть здесь, если это ремонтный цех. Так, все, вещи нужно хранить... В тумбочках. Я понимаю, бабайки бабайками, но
срач тоже разводить не нужно, правильно? Так, дверка здесь пусто. Блин, ну тут много бочек с порохом. Может, нам нужно что-то с ними делать? Может, и не нужно. Так, Райнер. Это не ты, случайно, Райнер? А мне, случайно, не нужно бочку взорвать? Так, давайте здесь посмотрим. Можно ли прийти к этому... Ой, я вообще ничего не вижу. Можно ли прийти к этому Райнеру как-то так? Но, походу, не... Походу, нужно будет сейчас взрывать. Да? Ладно, пробуем. Пробуем. Так, топливо. Топливо, топливо. Don't shoot, please. Все? Ушел? Надеюсь, ушел. Так, давай смотреть. Райнер, я хочу, чтобы ты лично обеспечил безопасность в туннелях. Ночное время. Последние дни я слышал кое-что там. Ага, если понадобится аварийный блокировка, найдите Делия. Должен быть штурвал. Ага. А здесь мы никак, да, ничего не сможем сделать? Ой, чувствую это, конечно. Ну ладно, давайте хотя бы полутаем. Так, вы не можете взять дополнительный предмет в инвентарь. Это аптечка, да? А это очередная записка. Продолжение нашего исследования диверсии в туннеле. Дайте мне, пожалуйста, ключ. Мне нужно открыть камеру. Тихо, а что это? А, это гранатка, да? Это гранатка, это аптечка. Что у нас лишнее? У нас, в принципе, все не лишнее. Может, кроме тряпочки. Давайте тряпочку выкинем. И возьмем... Вот. И еще возьмем гранатку. Гранатку мы не можем взять. Потому что здесь у нас с вами... Так, но если я выстрелю вот в тебя, я, наверное, потрачу просто... Потрачу просто, наверное, потрошку и ничего с этого не добьюсь, да? И ничего этим, наверное, не добьюсь. Хорошо, хорошо. Тихо, все, я ухожу. Ты чего на меня вот это вот? Почему на меня кричишь? Так, ребят, я понимаю, что прошло уже где-то, наверное, минут 40 игры, да? И мы с вами ничего не добились. Потому что разработчики, конечно, молодцы, да. Мне нужен какой-то ключ. Где мне брать этот ключ? Я без понятия. Не знаю, давайте еще зальем. Ну, нам, в принципе, оно и не надо. И генератор полностью заправлен. Хорошо. Хорошо этому генератору. Ладно, давайте... Давайте сохранимся. Давайте сохранимся. Так. Ремонтный цех. Блин. Ну, походу... Вот это вот ремонтный цех. Правильно я понимаю? Вот это вот. И здесь должен быть где-то ключ. Который разрезает петли. Как он выглядит, я без понятия. А что нам нужно сделать для этого, как говорится, чтобы забрать этот ключ? Так, тряпочку брать не буду. Тряпочку брать не буду. Так, давайте смотреть. Администрация, офицерская столовая, травмпункт. Нет, мне нужен... Ремонтный
Хексет. Ты кто? Винный погреб. Чтобы открыть в винном погребе. Петлю, и чтобы открыть, получается... Блин, я не знаю. Угу, у нас начинается, да, вот этот... Непонятное сохранение. Так. Эта штука работает. Крысы, берегитесь. Ой, ё-моё. Ой, ё-моё, что это я сделал я? Что это я сделал? Скажите, пожалуйста. И как мне это исправить? Нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 опустись. Стой, 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 стой. До побачення, я сказал. Ну нет, ну падла. Ну почему, ну шо, ну почему? Ой, привет. Что мне делать с этим... С этим монстром, что мне делать? Куда я вообще и шел? Если вы хоть что-то понимаете, что тут происходит, то я вообще ничего не понимаю. Так, куда мы шли? Сюда, да, по-моему? Так, по-моему, мы сюда и шли. Сейчас, если лагать начнет. О, да. Начало лагать. Так, здесь рычаг опущен. Хорошо. Здесь у нас что находится? Что у нас здесь находится? Бонжур. Мистер Бабайка. Так, хорошо. Тряпочка, тряпочка. Газ. Бочка с газом. Крысы, берегитесь. Не знаю, кидать, не кидать. Все, тихо. Тихо, 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 тихо. Донде стала библиотека? Так, что у меня еще есть? У меня есть аптешка. Так, бинты. Все, хорошо. Все, 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 уходи. Уходи и дверь закрой. Так, давайте берем в руки гранатку. Тихо, тихо, нет, не, 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 не. Так. А здесь у нас что находится? И как мне туда забраться? Ну понятно, как мне туда забраться. Только стоит ли мне это делать, либо не стоит. Все, до побачення. Так, дымовой шашки на соме нету больше, хорошо. Так понимаю, он сейчас туда пойдет, да? Где огонь? Фу, блин, бесишь меня, падла. Вот реально бесишь. Зачем мне тогда гранаты? Скажите, пожалуйста, вот если... Вот если оно не помогает, зачем мне гранаты? Где он? Где он, падла, находится?
Не знаю, вообще слышно вам его, не слышно, но... Но он где-то, падла, здесь ходит. Но это падла ходит где-то здесь. Это типа ты меня заметил или что? Ну, тихо. Не знаю, зачем я молчу. Я понимаю, что это в принципе ничего не даст. То, что я молчу. Так, что нам это дало? Мы нашли с вами крыску. Нашли с вами топливо. Нашли с вами палочку. Нашли с вами записку. Хорошо. А это что у нас? Это у нас с вами фотография. Фотография. Блин, и что? Кто? Кто тут? Что тут? Вы заметили, как в последнее время изменились крысы? Я понимаю, что мне нужно топливо, в принципе, но я не понимаю, зачем мне столько много его. Так, палочка, тряпочка, да, мне нужна тряпочка и палочка. Так, давайте, наверное, так, это мы сделаем бумс чпоникс. Возьмем палочку, тряпочку, сделаем факел с вами. Оу, факел, да. И попробуем дальше пройти. Хотя бы желательно мне, наверное, где-то сейчас найти здесь сохранялку и сохраниться. Так, давайте смотреть. Час... Так, кабинет бригадира. Часовая. Подход к доту. Топливный склад. Мастерская. Мастер... А, мне в мастерскую нужно, да? Кабинет бригадира. Нет, мне это не нужно. Мне нужна мастерская. Так, крыски. Ага, кушайте, зайчики. Приятного аппетита. Мне нужна мастерская. Интересно, где она? Давайте сюда спустимся. Все, 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 тихо, тихо. Так, крыски, привет. О, на меня крыски нападают. Прикинь. Падла, то есть я вам приятного аппетита пожелал. А вы вот это, да? Во. Давай, умничка. Угу. И что мне с крысками делать? Что мне делать с крысками? Так, на троечку. Я беру на троечку, нажимаю, оно не хочет убраться. Может, оно типа... Факел этот... Просто факел способен прогонять тьму и отпугнуть небольших падальщиков, хищников. Так, и как назначить на клавишу? Ну, я на троечку назначила. Для использования требуется зажигалка, понятно. Понятно, для использования требуется зажигалка. Так. Ага, закрыто, да? Закрыто, а здесь? А здесь... Дай пройти. Гребаные крысы. И я не могу не использовать бинт, потому что кровавые следы типа я оставляю. Ладно, ладно. Явно мы не туда пошли. Хорошо. Кто это? Склад продуктов. Так, а здесь у нас мастерская. Ага. Пожалуйста, будь тут ключик, я тебя прошу. Пожалуйста, будь ключик здесь. Или что мне здесь нужен? Что-то мне здесь нужно. Я ничего не вижу. А, это крыски. Окей.
Это палочка, это ножнички, это тряпочка. А мне нужно будет две тряпочки, чтобы сделать потом себе... Чтобы сделать себе потом аптечку. Вы хоть что-то видите? Я ничего не вижу. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Бутылочка. Молоточек. А сюда типа нужно что-то вставить, да? А что сюда вставить? Так, ну явно не палочку, явно не... Явно не явно. Так, давайте, наверное, скинем здесь с вами мы... Горючку. Потом ее поднимем. Мне нужно просто сделать бинт себе. Просто нужно себе сделать бинт и заюзать его. Так, потому что мы вроде истекаем как кровью. На это очень плохо. Все, шикарно. Здесь у нас находится бутылочка. Давайте бутылочку мы сделаем вот так. И для этого нужно использовать типа зажигалку тоже, да? Правильно я понимаю? Ура! Мы только что потратили с вами в пустую бутылочку. Угу. Так, ладно, ладно, ладно. Что у нас тут еще есть? Что у нас тут еще есть? Как думаете, я смогу пробежать его или нет? Так. Тихо, 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 тихо. Так, медальон 0898. Прикольно. Нет, 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 пожалуй. Блин, бесите меня. 9808. Короче, ребят, все, я заканчиваю на этом серию. Я не знаю, но это реально бред. Я без понятия, куда тут идти, что тут делать. И, в принципе, мы движемся-то в правильном направлении. Нам в эту гребаную мастерскую нужно, чтобы вернуться. Но, честно, я не знаю. Так что все. Всем пока-пока, мур-мур. И да потом. Не знаю, если получится, то попробуем записать еще одну серию. Если нет, то... Ну, то и нет. Все. Всем мур-мур.